Ich bin dran. Gleichfalls. Bis später, Jungs. Wie ist die Lage im Gebiet vor uns, Lieutenant? Mehr Höhlen und Klippen, die sich zu einem Resortbereich öffnen. Ist stark bewacht und man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. Мальчик? Да, мальчик. Как-то утром я должен был его менять. Я нашел его все так же сидящим у камня. Только вот живот у него был весь разворочен. Он сидел там, как живой, но с кучкой кишок на коленках. И знаешь, как с ним это случилось? Как? Пуля снайпера. Прицельный выстрел прямо поперек живота. Разодрал ему там все. Не повезло. Просто задница. Снайпер нам всем угрожает каждую секунду. Всегда будь начеку. А то будешь, как тот бедняга, сидеть с кучей кишок на коленях. Ты меня что, пугаешь этим, что ли? Просто рассказывай. Может быть, этот снайпер прямо сейчас за нами наблюдает. Так что смотри, не девай. Никаких промахов. Du wirst wieder auf dem Radar angezeigt, Razor. Infrarot gibt an, dass hinter dem Wasserfall ein Weg ist, den du benutzen kannst.
Тебя ждут в лагере. А где сегодня Григор? В лазарете. До сих пор? Да, неделя уже прошла. Так что с ним случилось? Да лень его подвела. Не молодой вроде, а ведет себя. Слыхал? Чего там с той грузинской снарягой? Нет. Тебя, похоже, это не интересует. Я рад, что не попал туда, а все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще выше. Думаешь, настолько все плохо? Ага. А если к тому времени эта сделка с вип-персоной прогорит, что мы будем по уши в дерьме. Я не знаю. Не хотел бы я в этот момент находиться здесь. Свалить собрался? Пока еще не думаю об этом. Я знаю одного парня с лодкой. Он может отвезти меня в Манилу. Оттуда я могу податься куда угодно. А еще одно местечко у тебя найдется? Может быть. Заплатишь половину и все решим. Но тебе лучше долго не раздумывать. Может, захватим с собой снарягу? У нас нет времени. К утру лавочку прикроем. Филиппинские власти обязательно кого-нибудь пришлют. Вопрос только, как скоро. Филиппинские спецназовцы? Не знаю. Чего в них такого страшного? Да неважно, чувак. Не в этом суть. А в чем? Слушай, я не собираюсь ввязываться в драчку, если не буду точно знать, что после этой драчки получу свои денежки сполна. Точка.